Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня откроем сид на храм для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после того, как мы ввели этот сид, мы появляемся в таком месте, где прямо перед нами располагается храм. Да, храм вот такой. Как видите, можем его оглядеть. Он двухэтажный у нас. Ну, мы давайте войдем с обычного входа, да? Ну, попасть мы в него сможем, сломав один блок, да? Сломаем один блок и зайдем. Заходим. Но, к сожалению, я не умею быть аккуратным, поэтому я ломаю вместо одного блока, ломаю аж три блока. Но мы сейчас все аккуратно закроем. И проникнем опять с обычного хода. Все, заходим. Ну, на всякий случай я лучше возьму в руки меч. Ну, вот, ничего мы с ним не сломаем. Давайте мы сломаем лишний блок и смотрим. Такой двухэтажный храм. Внизу у нас располагаются сундуки. Наверное, многие об этом знают. Но для начала нам нужно обойти ловушку, которая располагается внизу. Если мы попадем на эту ловушку, то все взорвется. Вот, сейчас вам скажу, что находится внизу. А внизу у нас находится динамит. Если мы наступим на нажимную плиту, у нас взрывается динамит. И мы умираем. Вот. Ну, тут стоит такой сундук. Я думаю, что это сундук-ловушка. Давайте раскопаем. Сундук-ловушка активируется так. Нажимаем на сундук-ловушку. И он как рычаг или как кнопка активирует редстоун или динамит. Так, нет. Получается такая генерация, да? Ну, эту генерацию еще пофиксит. Вот. Ну, здесь ничего уже такого нет. Ну, давайте отправимся на второй этаж. Так, вот повыше и наш второй этаж. Второй этаж мы можем тоже попасть аккуратно, войдя с... Ну, войдя просто вот... Здесь у нас есть такой еще спуск, тоже в башенку маленькую. Но мы идем на выход. Щит есть в описании, так что смотрите. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.